Огромный красный квадрат. Какой же это квадрат? Это же огромный красный шар, ребятки. Вы, наверное, тоже удивились. Всем привет, ребятки. Меня зовут Спуди Дудиду. И смотрите, кто это. Я стал добрым квадратом. И сражаюсь злыми шариками красными, ребятки. Вот это да. Вот это новости. Так, ну значит, такие у нас получатся приключения. Я надеюсь, они вам очень понравятся, и вы посмотрите их до конца. Так, ребятки, ну что ж, поехали проходить. А ну-ка, скинем вот этот вот квадратик. Хоп, есть. И можем уже катиться прямо в самый низ. Ю-ху! Готово, смотрите, мы его раздавили. Так. Ну-ка, давай. Есть. Все, смотрите, у нас тут тоже получилось довольно-таки неплохо. Теперь скинем этот ящичек. И уже будем пробовать на него запрыгнуть. Есть. Тоже, смотрите, отлично. Ой, кого это я там вижу? Получай, злодей, сейчас я тебя споймаю. Так. Бэм, все, раздавили мы его тоже. Ура! Ой, а с этим как не справиться? Ку-ку, иди-ка ты сюда. Бабам, готово. Смотрите, мы его тоже смогли победить. Так, теперь берем этот квадрат. Ну-ка, давай. Ю-ху! Отлично, смотрите, тут все получилось. И даже монетку успели мы забрать, ребятки. Значит, поехали дальше. У-ху! Ой, а мне как-то страшно сюда идти. Как же мне тут справиться? Так. Есть, смотрите, мы его победили, ребятки. Ю-ху! Так, теперь отсюда. Ой. А как же мне так все, что ли? Вот так вот надо было прыгать. Эх, почему же я не угадал? Так, он у нас куда-то свалился. Ну и хорошо. Теперь берем тут вот эту штуку. Хоп. Смотрите, все получается. Сбрасываем его сюда. И теперь отсюда мы можем уже прыгать. Есть монетка наша. У-ху, уровень пройден. Так, а ты кто такой? Поджидаешь тут меня, да, злодей? Так, то еще один шарик. Ну ладно, мы немножко позже им воспользуемся. Пока что будем толкать вот это все дело. Оп. Есть. Так, ух ты, все монетки даже собрали. Но нам нужно было задавить вот этого малыша для начала. А теперь нужно раскрутить как следует вот эту штуковину. Ай, ну что же она не крутится-то? Так. Есть, смотрите, получилось. А! Хоп. Готово. Ну же. Так, все, допрыгнули. Фух, ну поехали дальше, конечно. Ой, а как тут мне нужно теперь съехать? Ну-ка, давай, раскачивайся. Что? Как это мы туда свалились-то? Нет. Попытка, не пытка, давай. Есть. Монетка у меня. А теперь его в водичку скинем. Монетку возьмем. И все, ребятки, можем уже катиться потихонечку наверх. Видите, нас прямо доставили сюда. А нет, что? Как тебе это удалось? Ах ты маленький злодей такой, а? Посмотрите, меня скинул вниз. Ай-яй-яй. Как это так могло случиться, ребятки? Я даже не знаю. Так, а ну-ка. Ой, нет. Назад я не особо собирался. Хоп. Ух, ребятки, вот это у нас получилось приключение. Я надеюсь, оно вам очень понравится. Следующая серия, ребята, будет сразу же на моем канале Спуди Дудиду. Она вас там ждет, так что переходите и смотрите. А всем удачи и пока.
Thank you.